Магнитогорск снова приезжает знаменитая выставка продажа рыбных деликатесов. Дары Сахалина и Камчатки представят покупателям более 20 видов рыбы холодного и горячего копчения. Как всегда, здесь можно будет приобрести икру чевычи, приготовленную по домашним рецептам. Среди широкого ассортимента продукции каждый обязательно найдет лучшее для своего стола. В числе деликатесов, привезенных с Сахалина и Камчатки, рыба соленая, а также холодного и горячего копчения. Кижуч, чевыча, палтус, нерка и другие виды. А также икра чавычи российского производства. У нас ассортимент палтус, нерка. Чевыча идет как холодного копчения, так и слабосоленая. Белорыбица, консервы, которые делаются на палубе корабля. Секрет благородного аромата и вкуса этой рыбы в особой технологии приготовления. Для копчения используются опилки ольхи и вишни, сливы и яблони. Оценить неповторимый вкус свежих рыбных деликатесов Сахалина и Камчатки можно будет с 31 июля по 4 августа. Выставка-продажа будет работать на Привокзальной площади.